Друзья, привет всем, я переехал, все меня спрашивают, куда пропал, почему на YouTube не записываешь, почему в Instagram не записываешь, и я занимался переездом в свою новую классную квартирку. Хотите, покажу? Хотите, конечно. Сейчас похвастаюсь, смотрите. Вот так выглядит двор жилого комплекса. Там море, здесь гора. Это жилой комплекс Crystal Garden. Жил я раньше в Crystal Nova. Вон он, совсем неподалеку. Это тоже микрорайон Оба. Но если быть точным, это район Джигджили. Видите, здесь высокоэтажное строительство, а там уже начинается малоэтажное. Здесь можно, там нельзя. Видите, здесь до сих пор замотаны полосатыми такими ленточками вот эти горки, потому что там скапливается наверху народ и там проживает коронавирус. Здесь, видите, шезлонги разделены двумя желтыми полосками, дабы люди соблюдали социальную дистанцию. Там, видите, барбекю, детская площадка. Вот такая, видите, красота здесь. Все красиво, все зеленое, за всем ухаживают, все подкрашивают. В общем, красота. Но сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня у нас видео будет про квартиры в ценовом диапазоне 30-45 тысяч евро. В прошлом видео я задал вопрос, надо такое видео? Все такие, да, Никита, давай. Ну вот сегодня будет новое видео по этой квартире. То, почему я переехал, за сколько я переехал, что да как. В общем, давайте сделаем в пятницу в 17:00 прямой эфир. Заходите, на все вопросы абсолютно вам отвечу. Сегодня будет у нас, кстати, видео в таком интересном формате. Он уже один раз был у нас на канале. Буду показывать прямо вот с ноутбука свою внутреннюю бухгалтерию. Зайду в нашу риэлторскую базу, включу прям запись экрана. Все вместе со мной будете смотреть. Буду показывать фотографии, видео, прайс-листы. Ну, в общем, для тех, кто реально хочет купить квартиру в Алании, кто интересуется недвижимостью Алании, я думаю, будет вообще супер полезное видео. Давайте, меньше слов, ближе к делу. Не забывайте, конечно же, друзья, поставить лайк. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь на канал. И поехали! Итак, друзья, всем привет! Добро пожаловать на вот такой вот интересный формат. Уменьшаю себя. И начинаем. Смотрите, сразу к делу. Сейчас перед вами таблица Excel, таблица с полностью всеми стройками города Алания. Я уже заранее выставил фильтр по цене от минимального к максимальному, то есть начиная с самой маленькой цены 29 тысяч и заканчивая там уже большими ценами. Что мы здесь видим? Давайте быстренько пробежимся. Название жилого комплекса, район. Так, планировка, комнаты 1+1, расстояние до моря и цена. Цена всегда здесь не всегда будет совпадать с реальностью, потому что здесь цены у нас указаны в самом начале, когда вот только новостройка поступила в продажу, то есть самая небольшая цена была от 29 тысяч евро. Не факт, что сейчас от 29 тысяч евро есть в продаже квартиры. Ее уже, скорее всего, купили. Вот если мы возьмем на примере Exodus Park в Оба, то за 29 тысяч там уже ничего нет. Поэтому я для вас, друзья, уже отсеял все лишнее, выписал себе специально 7 новостроек, которые у нас самые недорогие на сегодня. И начнем мы сегодня с новостройки Stay Forest от нашего застройщика. Stay Forest также здесь есть, но вот он, видите, здесь на втором месте от 29. Ну, давайте посмотрим в реале, сколько на сегодняшний день у нас здесь есть квартиры. Так, мы открываем проекты, мы открываем Stay Forest 2 в Валли. Кто не видел, давайте сразу покажу, как выглядят макеты данного жилого комплекса. Видите, вот такая вот красота. Это микрорайон Авсалар. Здесь пляж Инжикум. Считается одним из лучших пляжей в нашем городе. У нас вообще два здесь. Это пляж Клеопатра на первом месте, наверное. Ну, не знаю, кто на первом, кто на втором. Короче, два самых интересных пляжа, самых лучших пляжа. Это Клеопатра и Инжикум. Инжикум находится вот здесь. И вот такой, видите, проект. Проект масштабный. Похож на, согласитесь, такой пятизвездочный отель. Здесь будет вообще полностью вся инфраструктура, красотища вот такая будет.
сауны, хамамы, внутренние бассейны, тренажерки, рестораны. Ну, соответственно, все будет. Вот такой будет ресепшн красивый. Короче, классный проект, даже будет кинотеатр. Вот видите, уже воображаемая женщина получает удовольствие на балконе. Так, давайте посмотрим. На сегодня уже работы начались. У нас, кстати, вообще по городу все, я не знаю, сроки сдачи и начало строительных работ, все сдвинулось благодаря нашему любимому коронавирусу. Так, 02.10, вот 20.05 есть фотографии. Да, вот здесь 20.05 уже месяц целый прошел, сейчас уже другой чуть-чуть этап, как можете видеть, здесь вот уже, видите, работы начались, у нас там заборчик здесь ставят, что-то уже заливают. Вот он участок, здесь, конечно, для тех, кто любит уединиться вообще в такой чаще леса, в лесном массиве, просто подальше от всей городской суеты, но причем у вас все в комплексе, внутри комплекса все будет там, в принципе, ну и также будет трансфер ходить до моря, здесь, ну то есть в Алании так устроено, если у вас море где-то не прямо на первой береговой вы находитесь, то у вас обязательно будет трансфер. Вот он участок, вот оно море. До моря сейчас я вам скажу, какое расстояние сразу. Так, открываем. Если здесь нету, то в другом месте. Сейчас мы посмотрим. Да, здесь мы тоже не посмотрим. Ну, давайте попробуем здесь. Так, сейчас скачаем, чтобы нам дал приблизить. Так, что мы видим? Что мы видим по ценам? Да, к сожалению, расстояние до моря в другом месте написано. Но сейчас я найду обязательно. Я просто на память не помню. Смотрите, 6-й этаж 36 тысяч евро, 7-й этаж 35, 34 даже есть. На 6-м также, это на 6-м, да, я не ошибаюсь? На 6-м, да, это же в блоке А квартиры 36, 36, 35. Ну, в общем, весь прайс-лист, если вам нужно будет, обязательно задавайте вопрос. Сейчас номер появится у вас на экране. Пишите в WhatsApp, я вам всю информацию полностью по этому жилому комплексу скину. Кстати, чем хороша у нас стройка, это тем, что здесь можно взять беспроцентную рассрочку. У нас застройщик дает рассрочку следующего порядка 30%. Это первоначальный взнос, все остальное раскидывается до конца строительства. Ну, причем график платежей не обязательно вот такой. Там можно индивидуально подойти, например, вы там раз в 3 месяца внесете 30%, там, ну, уже как договоримся с застройщиком. Дата окончания — декабрь 2021 года. Скорее всего, все это дело сдвинется на полгода. Ну, вот я вангую просто вам. Так. Ну что, по этому комплексу все. Я думаю, не сильно не будем затягивать. Если кому-то что-то нравится, обязательно в WhatsApp спрашивайте, опять же повторюсь, и я вам более подробно все расскажу. Следующее. Кому-то просто автосалар нафиг не нужен. Поэтому, извините за мой французский, да. Следующий у нас проект New Residence. Перейдем. Ваш любимый Махмутлар. И проект у нас Махмутлар New Residence P65A. Открываем. Видите, прям всю свою внутреннюю бухгалтерию вам показываю. Именно так мы делаем подборки для вас. У нас, видите, здесь еще есть новостройки, ресейлы. Ресейлы — это перепродажи. Видите, тут сколько всего. В общем, если, кстати, кому-то будет на подобное видео интересно по ресейлу, то есть по перепродажам, мы также можем записать, просто смотреть все фотографии, буду все рассказывать, все объяснять. Ну ладно, вернемся к сегодняшнему нашему видео. Так, P65A. Вот он, New Residence. А, да, ну здесь, конечно, застройщик сделал макеты какого-то 1998 года. Ну да. Ну так, в принципе, все понятно. Вот он домик. Вот она территория придомовая. Здесь что мы видим? Только летний бассейн, насколько я помню. Инфраструктура не богатая. Ну и, соответственно, цена тоже. Сейчас я вам открою. Цена у нас... Так, цена у нас на сегодня... Там 4, по-моему, квартиры осталось. Да, 4 квартиры. 3 плюс 1 плюс 1 по 37 500 и 1, 2 плюс 1 по 50 тысяч евро. Ну, конечно, площадь для квартиры 2 плюс 1, да, вообще для Алании это вообще немыслимо, что 65 квадратов. Раньше это было 1 плюс 1. Сейчас они взяли, видите, к 55 10 еще добавили квадратных метров. И получилась еще одна комната и 2 плюс 1 уже. До моря 300 метров у нас.
Это Махмутлар. Тут, к сожалению, локацию не прикрепил застройщик, так бы я вам ее показал. Но если кому надо, прям прикреплю точку на карте и отправлю. Посмотрите. Это у нас Махмутлар, 300 метров до моря. Здесь, кстати, есть смешные фотографии. Ну, как бы дизайн-проект квартир. На каждой фотографии, кроме одной, присутствует женщина. Вот кроме этой. Везде, видите, кое-где даже две. Вот они, видите. Ждет, видите, своего любимого с работы. Так, по этому проекту все. Тут, в принципе, показывать особо нечего. Четыре всего. Четыре квартиры осталось в продаже. Давайте перейдем к следующему. И, друзья, следующих два проекта. Это у нас Zero Panorama 1 и Zero Panorama 2. Так, давайте начнем с вот этой, потому что она стоит выше. P52A, я уже предварительно ее открыл. Смотрите, вот так выглядит проект. Макет, точнее, проекта, рендер, там как любят в Москве говорить. Сразу вижу, что придомовая территория совсем небольшая. Сауна. Интересно, есть ли зимний бассейн в данном жилом комплексе. Давайте я сейчас посмотрю. Так. Кого? Вот этой штуки нету. Здесь, если галочки не стоит, значит, его нет. Площади, смотрите, от 37,5 квадратных метра 1 плюс 1. Это вообще немыслимо для Алании. До 63. Ну, вот это стандарт. До моря у нас 560 метров, указывает застройщик. Так, посмотрим, давайте, дизайн-проекты. Ну, такие квартиры. Ну, в принципе, все как обычно. Вот она, плитка на полу, покрашенные стены, водоотталкивающей краской, кухонный гарнитур. Ну, здесь, видите, разные. Вот этого, конечно, всего не будет, всей этой красоты. Ну, как у нас, в принципе, вообще сдают, да? Это, то есть, ремонт сделан полностью в квартире, у вас есть кухонная гарнитура и полностью сантехника, вся санузел вообще полностью весь готовый. Вот. Обои клеить они, конечно, вам не будут. Но это уже только в таких вот проектах, там, которых подороже. Либо вы купили шоурум. Так, что тут по ценам? Давайте по ценам быстренько пробежимся, все лишнее сейчас закроем. Так, по ценам. Цена начинается от 34. Вот видите, квартира 1 плюс 1. Ну, как раз таки вот она, 37,5 метров. Это вообще, конечно, студия скорее. Не знаю, как она будет выглядеть. Следующая цена 46 квадратов. Это 42 тысячи евро. 60 квадратных метров, видите, по 54. Ну, вот такие, собственно говоря, цены. Такие вот цены. Давайте посмотрим Zero Panorama 1, что предлагает нам они. Что предлагает нам эта новостройка? P51B. Вот сейчас смотрю вот эти все, конечно, новостройки, насколько выигрышно будет вот дальше смотреться все-таки проекты от нашего застройщика. Не хочу нахваливать, но вы сейчас сами все увидите. Здесь вот застройщик указал нам локацию. Это улица Барбаросса, это улица Ататюрка. Ну, до моря здесь совсем всего ничего. Это тоже у нас микрорайон Махмутлар. Так, вот так выглядит проект. Тоже территория небольшая. Я думаю, тоже нет здесь никакой своей внутренней инфраструктуры особо. Да, тоже нету ни зимнего бассейна, ничего нет. Даже сада нет. То есть вообще совсем аскетично. Есть только открытый плавательный бассейн, ну, то есть летний. Ну вот так вот, друзья. Что вы хотели за маленькие деньги? Так, этим мы посмотрели, что там по ценам. Что по ценам? Ну что мы видим? 40 500, 39 тысяч за квартиру 43 квадратных метра 1 плюс 1. Ну, сами увидите, вот они у вас цены. Кому интересно, запрашивайте, все отправлю. Так, ладно, по этим проектам все. Следующий у нас идет после Zero Panorama. Четвертый проект, это Blue Palace. Blue Palace. Так, Blue Palace у нас... Так, вот он, рядышком. P39A. Открываем. Открываем. Так, сразу давайте посмотрим рендеры.
Да, ну тут сразу, видите, территория побольше, проект такой поинтересней. Новостройка у нас таким полукругом, полумесяцем. Наверное, здесь даже будет своя внутренняя инфраструктура. Тренажерки, бассейны. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Так, что у нас по внутренней инфраструктуре? Давайте-ка глянем. Площади 55 квадратов, 1 плюс 1, в принципе, нормально. Так, нету зимнего бассейна, есть тренажерка, есть открытый плавательный бассейн, есть сад свой. Ну, в принципе, на этом все. Срок окончания, кстати, конец 2021 года. Что по ценам? По ценам, что мы видим? Зимин — это, не знаю, супер нижний этаж, ниже первого, короче, нулевой, по 42 тысячи, 39 900, 44, 48, ну, соответственно, с повышением этажности все прям на глазах, видите, дорожает. Чем лучше, чем выше этаж, тем лучше вид. Поэтому, собственно говоря, такая ценовая политика. Что здесь, что в Сочи, все было, в принципе, то же самое. Так, вот у нас следующий проект. Переходим сразу к следующему. Такой у нас экспресс-обзор. Экзодус Оба. Ну вот смотрите, вот наш Экзодус Оба от нашего застройщика. О чем я вам говорил, сейчас вы сами все увидите. Экзодус Оба, во-первых, это микрорайон Оба. Оба — это у нас самый такой, ну я, собственно, в нем и живу, самый такой востребованный микрорайон. Здесь вообще есть полностью вся инфраструктура, все торговые центры сюда все ездят, администрация города сюда приезжает, новые здания там крутое очень строят. Есть школы, садики, магазины, ну вообще все, что нужно для ПМЖ, именно здесь все есть. Сдается здесь отлично, длительно, посуточно, в общем, квартира вообще для всего. И самое главное, здесь, кстати, не дешевеют квартиры в цене. Например, как в Махмутларе, можно купить за 60 и потом продать за 50. Здесь, например, вот в нашем же комплексе, вот этом Кристал Нова, как он купил за 64, наверное, так он и продал за 64 вот эту квартиру 1 плюс 1 на первом этаже, друзья. Единственное, там сейчас 5 лет уже комплексу стояли дуплексы по 120 тысяч. По 120 тысяч 2 плюс 1 дуплексы стояли. Буквально недавно, наверное, недели 2 назад, спустя 5 лет застройщик решил спустить цены до 100 тысяч. Поэтому, кому интересно, есть там дуплексы по 100 тысяч теперь. Так, ну, давайте перейдем к нашему Экзодус Оба. Он, конечно, не так близко расположен, он чуть-чуть подальше находится от моря. Но смотрите, вот так выглядит сам комплекс. Смотрите, какой большой классный бассейн, сауна, это что, спа, массажи, тренажерка, кинотеатр свой, детские комнаты, ресторан. Вот она, придомовая территория, вот видите, какая красота. А сейчас я вам покажу, кстати, как в реале на сегодняшний день выглядит жилой комплекс. Вот они, три блока сейчас, которые в продаже. Вот эти, на вот эти три блока не обращайте внимания. Наш застройщик их строит для хозяина земельного участка. Здесь, в принципе, такой бартер, вообще обычное дело. Мы продаем только вот это. У них, видите, даже бассейна нет. Ха-ха. А есть зимний бассейн, сауна, хамам. Ну, в общем, все как надо. Все как надо, друзья. Так, давайте я вам покажу на сегодняшний день. Не на сегодняшний, 4 числа, короче, 20 дней назад взлетал у нас Кирилл на квадрокоптере. Вот, собственно, как на сегодняшний день выглядит у нас жилой комплекс. Так, пока грузится, давайте быстренько подключу зарядку. Так, что-то у нас в каком-то 4К качестве даже не успевает прогрузить. Вот они, три корпуса. Вот эти три корпуса, они наши, можно сказать. И вот такие вот там шикарные виды. Сейчас будут дальше. Как уменьшить качество? Вроде ничего такого особенного. А, ну то, что с Яндекс.Диска, видимо. Да, вы скажете, что здесь еще ничего нет. Ну, то есть, да, микрорайон Оба как раз-таки развивается в этом направлении. В остальных местах уже все застроили. И вот видите, последние новостройки. И вот дальше ползут новостройки в эту сторону. Ну, здесь, кстати, классные виды благодаря этому. Смотрите, там классный вид на горы. Вот видите, это уже раз, два, три, четвертого этажа. Вот такие у вас будут классные виды.
Вот это все, кстати, апельсиновые сады. Я вот здесь как-то начинал видео, тут просто все усыпано апельсинами. Короче, на рынок можно не ездить. И, конечно, из-за того, что все-таки, видите, море далеко, здесь, конечно, будет трансфер. Трансфер, как у нас, в принципе, у нас тоже здесь есть трансфер. В 10 часов вас забирают, вывозят на собственный пляж, в 5 часов обратно вас привозят. Что, я думаю, вообще удобно. Так, что у нас там осталось? Согласитесь, выигрышнее, да, выглядит наши жилые комплексы от нашего застройщика, потому что наш застройщик молодец. Сейчас нахвалю его. Ну, реально, одно удовольствие с ним работать. Смотрите, красненьким это все, что продано, синеньким это резерв, квартиры на резерве. 41 тысяча, 42 тысячи, это квартира 1 плюс 1, они по 46 квадратных, метров. 37 500, видите, раньше цены были на первом этаже, но все на резерве стоит. 43. И, кстати, смотрите, наверху дуплексы есть 2 плюс 1, 92, по 92 они квадратных метров все, по 69 тысяч евро можно их забрать. Двухэтажные хорошие квартиры с классными видами на самых верхних этажах. Вот, кстати, да, все остальное здесь уже совсем мало осталось. Также здесь существует рассрочка 30%, сразу все остальное раскидывается до конца строительства. Вот такой вот, друзья, проект у нас от нашего застройщика. Переходим к следующему. Так, следующий у нас, следующий, Exodus Oba только что был, White Palace, мой любимый проект. Так, White Palace, он находится просто почти в одной параллели. Короче, он находится гораздо ближе к морю, чем Exodus Oba. Смотрите, проект какой интересный. Он, видите, выполнен такой фасад в более классическом стиле. Красивая такая придомовая территория, хамам, сауна, детские площадочки. Видите, тут шпили, башенки. Красота. Вот он. Ну, уже как живой, да, на сегодняшний день, конечно, там самый начальный этап. Ну, не самый начальный этап, там уже залили фундамент, скоро начнут возводить этажи. А вот эти все участки все выкуплены, здесь уже начались работы, здесь тоже будут новостройки. Видите, потихонечку в эту сторону ползет строительство. Скоро здесь все будет достроено. Сейчас я вам открою фотографии, там вообще ничего нет на данный момент. Но когда-то я здесь, я даже на картах, Яндекс.Картах открывал Кристал Ноу, там вообще такая проселочная дорога, ничего нет. А на сегодня вообще, смотрите, я вам в начале видео показывал, что тут творится. Так, ну что, вот он наш жилой комплекс. Здесь я как-то ценовой анализ сделал по вообще срез, короче, вот по вот этому месту. Вот здесь новостройка строится, вот это Кави Палас первый. Здесь, по-моему, что-то 70 или 80 тысяч за квартиру 1 плюс 1 хотят. Но у нас здесь сейчас совершенно другие цены будут. Вот она наша поликлиника, здесь метро, здесь Аланиум, здесь планируется новый торговый центр. Что здесь? Школа. Вот она, школа здесь прям рядом. Ну, все, видите, в шаговой доступности. Ну, не все, конечно, поликлинике топать придется. Но везде здесь автобусы ходят. Здесь вот она центральная дорога идет, которая разделяет на низ Оба и верх Оба. Это уже крепость. Ну, на самом деле, если сюда... Если сядем вместе в машину, в общем, с центральной дороги мы сюда доедем до 5 минут. Расположение более чем хорошее. Например, Exodus Oba, он гораздо дальше находится. Он вообще где-нибудь вот здесь находится. Вот туда дальше. Так, да, мы не досмотрели. Ну, вот такой вот проект. Тоже с полностью со своей всей внутренней инфраструктурой. Сауны, хамамы, бассейны, тренажерки. Все-все-все там будет. Так, смотрите, что по ценам. По ценам скачиваем, дабы увеличить. Ну-ка, если так, попробуем. Ну, плохо, да, видно будет, я вам думаю, на видео вообще ничего не видно будет. Так, открываем. Смотрите. 43, 45, 47. Ну, вот такая ценовая политика. Первый этаж. Вы имеете в виду, что здесь еще... Он первый этаж идет физически, как второй. Все квартиры 2 плюс 1 выкуплены, к сожалению. Причем не без моего участия. Одна из них на резерве, кстати, еще не оплачена, вторую уже там чуть-чуть осталось оплатить человеку. Вот этот блок полностью продан, ну, здесь видите, что осталось, 45, 43, по 43 можно на первом этаже, фактически на втором, купить себе квартиру, 46 квадратных метров. Да, здесь были классные, 106, 110 квадратов дуплексы, но их уже нет, все это причем приобреталось дистанционно. Так что, друзья, кто-то
боится всего, а кто-то скоро приедет, у него будет квартира с ремонтом, готовая, мебель поставил, технику купил, и все, и кайфы. А кто-то все думает. Пока думает, вот у меня в Сочи тоже, сколько я там, 5 лет проработал, в начале этих 5 лет есть люди, которые думали, потом через 5 лет они уже ничего себе не могут позволить. Цены растут. Поэтому такие вот дела. И кто меня сейчас услышит, скажет: а, ты же риэлтор, запугиваешь. Ну, давайте посмотрим, что будет. За прошлый год вообще на 18% подорожала недвижимость здесь, в Ланиуме. Кстати, есть здесь города всякие тоже, прибрежные, Бодрум, например. Там ценник совершенно другой, вообще не такой, как в Алании. Там вообще европейский уже ценник давным-давно. Ладно, переходим к следующему. White Palace я вам показал. White Sale. White Sale от наших партнеров проект. Ну, вот этот вообще такой интересный проект. Будут использованы здесь дорогостоящие материалы в фасаде. White Sale в переводе — это белый парус. Ну, как видите, фасад немножечко похож на парус. Тут придомовая классная такая территория. Все в таком европейском стиле, видите, не вычурная, как вот эти с позолотой любят. Но, честно говоря, я почему-то не люблю такой стиль, люблю вот такой стиль, более европейский. Видите, ничего лишнего, современно, эстетично. Выглядит вот так вот у вас подъезд, холл. Классно же. Тренажерочка. Везде панорамные окна. Ну, вот такая вот красота. Вот она территория, видите, придомовая. Ну, гораздо, да, выигрышнее смотрятся вот эти проекты. Ну, здесь люди, видите, строят не первый свой проект, поэтому, наверное, так и получается. Так, что у нас? Давайте я вам покажу, кстати, 11.06. Только работы, кстати, недавно начались. Тоже отодвинулось начало работ благодаря карантину, конечно же, благодаря коронавирусу. Вот оно, участок. Вот он. Начались земельные работы, наконец-то. Вот здесь Екта Kingdom Trade Center у нас располагается. Здесь, конечно, ценник вообще совершенно другой. Здесь на сегодняшний день есть по 60 тысяч за квартиры 1+1. Это хорошо будет. Так, давайте посмотрим, какие цены у нас. Так, насколько близко море. Здесь интересно видно будет. Да, ну вот она. Вот она, улица Ататюрк. От улицы Ататюрк где-то 450 метров. Ну, здесь сколько? 500, наверное. До пляжа. Что по ценам на сегодняшний день? White Sale, Price List. Скачиваю. А, здесь, наверное, у нас вообще так получится. Ну-ка. Оп, да. Смотрите, что у нас здесь есть. 47500, 48, 47500, 49, 51, 53, 50, 45, 500. Ну, в общем, на первых этажах вот такие вот цены. Резервы продано. Ну, я думаю, здесь все очевидно. Здесь также предлагается рассрочка беспроцентная. Открытый, закрытый. Здесь, в общем, полностью вся инфраструктура. Ну, проект классный, честно говоря. Вот такой вот проект, друзья. Кому интересно, пишите, скину вам всю подробнейшую информацию. Переходим к следующему проекту. Так, то, что я себе выписывал, все. Экзодус Каргиджак. Ну, давайте там, не знаю, с нашими проектами уже вас дознакомлю. Здесь у нас же Экзодус Каргиджак на первой береговой линии. Так, не Стейсью, а Экзодус. Вот он. Там ценник. Сейчас вам покажу. Небольшой тоже такой проектик с небольшой своей территорией. От 57, 54, 63, 60, 63, 52, 50 тысяч. Ну, смотрите. Там рядышком строится. Вот он. На сегодняшний день там уже стоит полностью вот эта коробка. Такие виды там. Сейчас я на самом деле покажу. Это все-таки дизайн проекта. 15.05. Вот последняя дата. Вот, видите, уже стоит корабулька. Вот здесь, кстати, проект, вот он, рядом строится, Виамар, там, по-моему, от 90 тысяч за квартиру 1+1. Ну, конечно, там проект пошикарнее, но все-таки, да, 50 и 90, в два раза дороже. Вот она, видите, первая береговая, здесь кемпинг, короче, здесь барбекю жарят, здесь классный ресторан. Ну, в общем, здесь, и причем очень хороший пляж, вот здесь вообще классный пляж. Я на нем недавно купался, просто классный песочный вход, без всяких там этих плит. Вот, видите, территория небольшая, вот мы уже видим очертания зимнего бассейна.
Вот такая вот. Здесь, конечно, есть минус, что вот эта заправка вот здесь стоит прямо перед домом, можно сказать. Но если взять вот эти угловые квартиры, то я думаю, вообще нормально. Пока они, кстати, есть в продаже. Заправка современная, шеловская, там никаких запахов, ничего такого нет. Вот, видите, вот такая будет придомовая территория. Небольшая, компактная, ну и там, собственно, и людей немного будет. Там уже пошли виды. Виды на высоких этажах, конечно, будет. Вечером закат реально будет красивый. Так, по ценам я вам показал, да? По ценам я вам показал. 57, 54, 60, 63, 50. Кого заинтересует, скину. Окей? Так, ну едем дальше. У нас здесь еще осталось, смотрите, два проекта. Давайте я вам покажу и на этом закончим. Канак, Green Life. Ну, Канак не могу показать. Канак это один из лучших застройщиков у нас в городе. У нас, в принципе, Екта, Канак. Такие самые крутые застройщики в городе. В Авсаларе, смотрите, П-59Б. Сейчас откроем. Прямо рядышком там с нашим проектом, уже готовым. Тинь-тинь-тинь, П-59. Смотрите. Вот он, проект. Симпатяга такой. Тренажерочка своя. Вот он, Stay Forest первый. Стоит уже готовый, уже заселенный, люди живут. И вот он совсем рядом, новый вот этот проект. Видите, здесь прям массив, чаще леса. Уехал туда и все, и кайфуешь. Авсалар. Зимний свой бассейн. Ну, в общем, со своей полностью всей инфраструктурой Канак, я думаю, построят очень качественно. И причем будет обслуживание очень качественное. Ну, знаете, можно взять два комплекса, которому, например, и тому по 5 лет, и они будут совершенно по-разному выглядеть. Один будет вообще убитый, а второй как новый. Например, вот как Crystal Novi. Ну, прям не как новый, конечно, но все-таки. Ухаживают постоянно, вот смотрю, везде все подстригается, везде все подкрашивается, за всем ухаживается. Ну, приятно, приятно глазу, честно говоря. Смотрите, по ценам. Sold, 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 все продано, продано. Вот она, первая цена пошла, 35 тысяч евро за квартиру 1 плюс 1. 38 тысяч евро, 41 тысяча евро, 36 тысяч евро. Ну, в общем, у кого небольшой бюджет и кто хочет вот так подальше от городской всей суеты, вполне интересный проект для вас. Тоже, думаю, стоит рассмотреть. И давайте закончим с Zodiac Residence. Zodiac Residence в нашем любимом Махмутларе. Там, кстати, хорошие площади. Чем он отличается, чем он выигрывает все остальные, у него хорошие площади. Старые, добрые, 60 квадратов там, по-моему. Смотрите, 1 плюс 1. Да, 62-65 квадратных метров. Это вообще... Мы вот живем сейчас вот в таких квартирах. Вот он проект. Видите, везде буква Z, Zorro, Zodiac. Вот, видите, внутренний зимний бассейн. Здесь прямо у вас знаки зодиака, скорее всего, будут всякие. Зодиак. Ну, небольшая, видите, придомовая территория, но все компактно. Все есть, в принципе. Вот она, барбекюшница, зоны отдыха. Ну, довольно-таки такой тоже стильно все выполнено. Фитнес свой. Вот, смотрите, вот обожаю, когда вот такую делают штуку застройщики. Вот он проект. И вот она, видите, дорога до моря. Это, кстати, у нас самый конец Махмутлара. И вот здесь, кстати, древний город. Как же он? Все время забываю название. Кто вспомнит, напишите. Там такое Наулу, что ли, название. Красивое такое название. И здесь, видите, еще столько места под новостройки. Вот он наш проект. Хоп, до моря дошел. И красота. Тоже советую обратить внимание, потому что хорошие площади. Давайте откроем прайс-лист, что там осталось. Так, что мы видим? 46, 47, 43, 500 даже есть. 1 плюс 1, 62 квадрата. 62 квадрата, 62 квадрата. Ну, как правило, как обычно, в общем, цены увеличиваются. Можно 3 плюс 1 за 95 тысяч взять. 3 плюс 1 за 83 даже тысячи можно взять. Хороший ценник, почему нет? Дистанция до моря, видите, 350 метров указывает нам застройщик. Вот. Что, друзья, на сегодня все. Надеюсь, было интересно, надеюсь, было познавательно. Надеюсь, вообще кто-то что-то выберет обязательно. Если кому-то что-то понравилось, я 100% много чего не договорил. WhatsApp, сейчас мой номер опять появится у вас на экранах. Пишите, задавайте вопросы. Обязательно на все вопросы я вам отвечу.
Дистанционно вообще можно спокойно покупать, ничего такого страшного, все через наш офис, все через договоры, все официально, то есть не какие-то там фильки на грамоты, все, всю ответственность полностью берет наша фирма-застройщик, а тем более, если у нас берете, то вообще красота. Все, друзья, на сегодня все. Что, увидимся в 17:00 в пятницу, тогда на прямом эфире. Жду вас на прямой эфир. Задавайте, можете задавать там свои вопросы каверзные. Буду стараться на них все отвечать, на все ваши вопросы. На сегодня все. Не забывайте поставить лайк, если все-таки было полезно. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Кто, кстати, ставьте колокольчик. Там есть колокольчик, кто не знает. Многие мне пишут, а где видео? Что давно видео не было. Я говорю, так я выпускаю. Поставьте колокольчик, чтобы оповещение приходило вам на телефон. Вот, кто не хочет пропускать видео, ставьте колокольчик обязательно. Ну и все, друзья. Всем пока. Увидимся в Алании, скоро уже увидимся. Казахстан, кстати, уже все прилетает, вчера уже люди прилетели. Не знаю, когда там Россия уже начнет прилетать, но мы вас ждем. Весь город здесь ждет вас, все рестораны открыты, везде сидят вот так вот турки и ждут, пока вы приедете и будете здесь отдыхать, развлекаться в их ресторанах. Ну, в общем, чтобы город ожил наконец-то, всем уже на самом деле охота. Мало народу, пляжи стоят пустые в большей своей части. Ладно, друзья, всем пока. Все, увидимся скоро, увидимся в Алании. Я в это верю. Пока.